Урок физкультуры в школьном коридоре. К такой необычной картине привыкли в селе Ульяновка. 9 лет назад спортивный зал там закрыли из-за плохого состояния. И вот теперь объект вновь заработал после реконструкции. К ремонту долго не могли приступить из-за нехватки средств. Все это время уроки физкультуры шли на улице, в актовом зале и коридорах. Капитальный ремонт начали несколько месяцев назад. Работы обошлись почти в 6 миллионов рублей из муниципального бюджета. Деньги удалось найти после того, как село вошло в состав Минераловодского городского округа. На встрече с гражданами села Ульяновка в главе были озвучены вопросы, связанные со спортивным залом. Глава взял ситуацию на контроль. Оперативно была подготовлена проектно-сметная документация, проведены необходимые согласования. И, скажем так, с момента разработки сметной документации до сдачи в эксплуатацию ушло у нас 5 месяцев. В зале демонтировали кровлю и установили новую. Появились усилительные конструкции стен, на пол постелили современное покрытие. Ремонт фасада начнут, когда отступят морозы. Ну а у школьников уже вовсю идут занятия. Они теперь гораздо интереснее.